супермаркете будущего обязательно должны быть роботы. Их работу продемонстрировали на выставке «Экспо» в Милане. Эксперимент работает. Наши покупатели уже могут попробовать купить продукты в магазине будущего. Конечно, в течение 6 месяцев мы будем тестировать наши идеи, прежде чем понять, что предлагать клиенту. Главное в супермаркете будущего – это информационное табло, которое подробно расскажет покупателям о продукте, его происхождении и питательных качествах, а также какие аллергены он может содержать. Все строго в соответствии с концепцией кооператива КОП, который предлагает преимущественно итальянские фермерские продукты. Сеть сегодня думает, как привлечь новых клиентов. Эра массовых товаров осталась в прошлом. Пора переключиться на нужды отдельных покупателей. Например, тех, у кого небольшой доход. Мы должны обеспечить таких клиентов хорошей и качественной едой. Кто на самом деле сможет позволить себе покупать продукты в таком супермаркете, будет зависеть от того, насколько затратным станет применение новых технологий.